бачу Бога кожен день на шляху моїм, що йде до неба. Буває, посміється, владика їх висміє. Він тоді в своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Подаєш мені і до кінця життя ти будеш моя надія у житті. Я все тобі віддаю, даю серце любов. О которой говорит Иисус Христос. Если мы хотим узнать, что это такое, нам необходимо рассмотреть жизнь в Божьей перспективе. Ибо Он, Бог, тот, кто сотворил нас, кто дал нам жизнь. Жизнь, о которой говорил Бог, это не только физическая жизнь на физическом уровне. Когда Бог говорил о жизни, Он также говорил о силе жить согласно жизни, которую Бог дал нам. О мой Христос, а там, где ты, там хорошо. Вот дай, чтоб не смущал вопрос. Друг, одинаково двигались за Господом, у всех по-разному. Господь принимает каждого человека со своими слабостями, со своими отклонениями, с каким-то трудным восприятием Господа. Ну, первый плод, как Павел говорит, плод ваш есть святость, да? Вот когда мы, святость в нашей жизни приходит, когда мы... Господь ждет от каждого нас плода. Я хочу прочитать еще текст, который записан в втором. Милосердный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любящий и не оставил нас в неведении. Благодарим Тебя за все. Слава Тебе за все, Бог наш, Отец, Дух Святой. Аминь. Приїхати сьогодні в глибоке і послужити Слову Божому. Я вірю, що кожен із нас Господь щось особливе сказав, але особисто мені Господь сказав: Слав, полюби Слово Боже. Полюби це чисте молоко. Чисте молоко, Слово Боже. Отче наш, суші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє навіки віків. Амінь.